Это наша котельная. Вот. Здесь у нас стоит котел. Самое основное, так сказать, сердце обогревающее. Хотя еще недавно семья Весельских об этом могла только мечтать. Газ в доме был раньше, но не магистральный. Голубое топливо приходилось регулярно закачивать в резервуар для хранения. Это и неудобно, и дорого. Только за одну зиму могли потратить до 15 тысяч рублей. Решили участвовать в президентской программе и не прогадали. В минувшем сезоне плата за голубое топливо стала в 5 раз меньше. Сколько раньше мы подавали там заявки, да, может быть, цены немножко были завышены. Сейчас, конечно, все намного проще стало получением. Раздвигаешь туда. Белок туда проникал на сковородку. На кухне Весельских сегодня многолюдно. Блюдо дня – яичница. Готовят его дети. Дочери Софья и Александра – сын Максим. Под чутким руководством главы округа. Теперь уже этот обычный для многих завтрак почти как символ новой жизни с магистральным газом. Дом намного теплее стал, потому что немножко уже не так экономишь в плане отопления. Да, уже можешь и немножко побольше сделать котел. Президентская программа по социальной газификации стартовала в июне 2021 года. С тех пор теплее стало в домах жителей 171 населенного пункта округа. Газовщики проложили 235 километров сетей. С 1 марта 2023 программа стала бессрочной. А еще год спустя расширилась и на СНТ. Василиса Ивашкина, Евгения Августина, Дмитрий Потапкин, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».